Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в Ивановском зале Российской государственной библиотеки, где мы сейчас открываем выставку, третью в истории этого нового выставочного зала. Это выставка «Карты земель российского севера. Реальность и мифы». Выставка, которая показывает нам и север, и Арктику, и одновременно рассказывает об истории русской картографии. Я очень рада многочисленным гостям, людям, которых мы любим и уважаем, и предоставляю слово для открытия выставки исполняющему обязанности генерального директора Российской государственной библиотеки Владимиру Ивановичу Гнездилову. Добрый вечер, дорогие гости. Дорогие друзья, коллеги, мы очень рады приветствовать вас вновь в Ивановском зале. Это уже третья выставка, которая с конца 2016 года здесь мы презентуем. Эта выставка уникальная. Здесь вы увидите картографические документы, которые сами по себе являются не только интересными научными документами, но по сути они являются произведениями искусства, практически все. Вот когда вы будете ходить и рассматривать карты, вы увидите, что это просто произведение искусства. Это великолепное живописное решение. И, в общем, видно, что народ у нас талантливый, и картография, наука, которая объединяет в себе очень многие науки. Чтобы сделать карту, надо знать все. Чтобы сделать хорошую, достоверную рабочую карту. Ну так вот, здесь мы представляем собрание из трех источников. Это прежде всего карты самого крупного, наверное, одного из крупнейших в России картографического собрания. Это отдела картографии Российской государственной библиотеки. Также здесь документы из Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга и документы из частной коллекции Кусакина Андрея Леонидовича. За что ему отдельная благодарность. И таким образом мы здесь представляем практически полный спектр, полный цикл развития картографии от истоков и до сегодняшнего дня. Надо сказать отдельное спасибо нашему спонсору, открытому акционерному обществу «Норники», которые помогли нам организовать эту выставку. Ну и, соответственно, я благодарю всех сотрудников библиотеки, всех организаторов, Наталью Юрьевну как вдохновителя этой прекрасной экспозиции. И желаю всем приятного просмотра, новых открытий. Даже не будучи где-нибудь в Арктике, попробуйте здесь что-нибудь открыть. У вас получится, я думаю. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И я рада пригласить к микрофону Артура Николаевича Челенгарова, специального представителя президента Российской Федерации по Арктике и Антарктике, президента Ассоциации полярников, первого вице-президента Русского географического общества и депутата Государственной Думы. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я больше буду говорить и несколько слов здесь не как депутат, а как первый вице-президент Русского географического общества. Я с большим интересом принял это приглашение. Но все, что связано с Арктикой, с севером, всегда мне было интересно и будет интересно. Известно, надеюсь, всегда. Поэтому я думаю, что это очень здорово, что помнит о севере,
что это очень интересные достижения, которые были сделаны русскими картографами. Поэтому я вас всех рад видеть и надеюсь, что увеличится количество людей, которые заинтересуются Крайним Севером и Арктикой. Я это всячески приветствую. Спасибо. Дорогие друзья, компания «Норильский никель» выступает в особом качестве. Я депутат от «Норильского никеля». На самом деле компания «Норильский никель» выступает действительно в особом качестве, поскольку речь идет о том, что она является инициатором большого межмузейного проекта, который называется у нас «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Наша выставка – это вторая история этого большого проекта. И первая выставка состоялась в начале года в Великом Новгороде. Я приглашаю к микрофону Юлию Зороховну Карда, которая является руководителем, собственно говоря, вот этой сложной координационной истории, связанной с межмузейными отношениями. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья и коллеги. Действительно, Норильский никель инициировал первую всероссийскую историю, объединяющую более чем 30 музеев нашей страны. Представьте себе, в институте у нас 10 карт, можно представить воочию, от Кольского полуострова до Даймыра. Кроме выставок, которые пройдут в течение 3 лет, в этом году, в следующем, в 19-м, в 9 регионах нашей страны, в которых участвуют библиотеки, и Российская государственная, и Российская национальная библиотеки, и другие библиотеки в дальнейшем в разных регионах. Принципиально важно было рассказать стратегически и показать, как формировалось единое поле знания о Севере. И вы знаете, не случайно первый год проекта, 17-й год, когда мы придумывали этот проект и придумывали его стратегию, вот, например, мне как историку было важно показать не линейную историю, а сюжетную. Не случайно в этом году в проекте ключевыми стали регионы, города, которые когда-то имели статус, или имеют теперь, столичных. Великий Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Это принципиально важно. Новгород было, конечно, нам важно, поскольку именно Новгородцы ровно 1000 лет назад впервые пошли на север. И далее мы двигаемся в направлении севера по всей нашей стране. Я хочу поблагодарить коллег из Российской государственной библиотеки за темперамент, с которым была подготовлена эта выставка. Также поблагодарить коллег из Российской национальной библиотеки, конечно, замечательного всем нам известного коллекционера господина Кусакина, который как раз сделал, я бы сказала, творческую рамку этой выставки, предоставил своей коллекции уникальные экспонаты, которые вам сегодня предстоит увидеть. Я хочу сказать, что этот проект, объединяющий разных людей, разные институции, такие государственные и частные, направлен на то, чтобы мы просто знали, что богатство России будет прирастать не только Сибирью, но и Арктикой тоже. Мы, конечно, попали в геополитический тренд, и мы этому рады, но наука и история, она, конечно, не зависит от трендов, именно поэтому мы идем в разные эпохи, в разные сюжеты этой музейной истории. На Международном Петербургском культурном форуме мы проведем вместе с коллегами из Музея истории Петербурга большой и тоже первый всероссийский межмузейный круглый стол по освоению Севера и его музейной истории. И там же мы успеем представить всем второй том музейной энциклопедии Севера, первый том про Новгород, второй про Москву, третий том про Санкт-Петербург и так далее. В 2019 году, к концу проекта, мы представим девятомную историю музейную историю освоения Севера. И зашлем ее, конечно, по всем библиотекам, не только по самому крупному. Спасибо огромное, и как всем буду покидать. Мне хотелось пригласить к микрофону Андрея Леонидовича Кусакина. Ну, как ты вообще такая увлекательная, как на самом деле фасцинирующая там тема собирательства, и я тоже был этой
темы захвачены, и рад вот этому возможности показать на всем этим стенах. Ну и мы посмотрим на эти замечательные как бы сокровища. Спасибо, Андрей Леонидович. Вы знаете, действительно, как только мы начали делать эту выставку, как только мы начали работать с нашими фондами, привлекать коллег, то интерес к картам начал проявляться сам. И я рада предоставить слово Раисе Яковлевне Голосовой, генеральному директору издательства «Паусен», поскольку нас ждет сюрприз. Добрый день. Издатель всегда приходит с книгой, никаких сюрпризов, все очень предсказуемо. Я хочу передать в библиотеке, подарить очень-очень новую книгу, которая вот только что вышла, можно сказать, теплая, «Мир на карте». Это книга о истории европейской картографии примерно за 1000 лет, с 6 по 16 век. Книга прекрасная, интересная, замечательная, и я надеюсь, что она понравится и будет востребована в библиотеке. Арктика и Антарктика. Мы издаем книги в Арктике и Антарктике. И эта книга не случайно вышла в нашем издательстве. Дело в том, что легендарный первопроходец северо-восточного прохода Нерден Шольд был еще и известным картографом, собирателем карт. И, собственно, с него и началась выдающаяся финская коллекция карт, которая вывела маленькую Финляндию в, можно сказать, мировые лидеры по, так сказать, картографии. И эта книга, она построена на собрании Нерден Шольда и также на собрании фонда Джона Норминена, также финского картографического собрания. И мне кажется, что очень важно издавать такие книги, потому что карты — это действительно необыкновенно интересная история. Я хотела бы поблагодарить сотрудников библиотеки за эту выставку. Знаете, сколько-то лет тому назад, может быть, 30 лет тому назад, вообще картография была очень закрытой областью знаний. И вот благодаря популяризаторам, благодаря людям, которые оцифровали карты, выложили эти карты, дали возможность просто увидеть, посмотреть на всю эту красоту, людям, которые делают такие выставки, приглашают на эти выставки широкую публику, благодаря всему этому мы смогли увидеть то, что сегодня представляет для всех, для нас, присутствующих здесь, не только необыкновенно интерес, но и большое удовольствие. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу предварить нашу специальную программу, которая будет сопровождать работу выставки. Уже традицией в Ивановском зале стало проведение лекций и встреч. Поэтому, дорогие коллеги, следите за нашим сайтом, где вы увидите анонсы тех мероприятий, которые мы проводим вместе с издательством «Паусен». Мы ждем в гости авторов книг об Арктике и Антарктике, и я надеюсь, что это будет действительно интересно большому кругу и посетителей выставки, и читателям. Но это еще не все. Я хочу проанонсировать еще одно мероприятие, которое, мы очень надеемся, состоится в декабре месяце. Дмитрий Максимович Красников, генеральный директор Роскартографии, пообещал, что в декабре месяце мы представим в Ивановском зале национальный атлас Арктики. Самое свежее. И вы знаете, на самом деле здесь среди гостей очень много людей, но я пользуюсь случаем, что стою у микрофона, не могу не вспомнить то, с чего, вообще-то говоря, много лет все начиналось. Мне очень приятно было увидеть в зале Алексея Владимировича Постникова, с которым 21 год назад мы вместе делали книгу. Книгу «Карты земель российских». И это была первая книга из серии «Культурное наследие России». Эта книга превратилась уже, собственно говоря, такой биографическую редкость. Я очень рада, что
Алексей Владимирович до нас дошел. Я очень рада массе прекрасных гостей, которых мы видим в этом зале. Спасибо большое. Милостивые дамы и господа, дорогие товарищи и друзья, любители карты. Любители карты — это совершенно такой особый слой интеллигенции. Потому что для того, чтобы оценить содержание карты, надо много знать. И вот мне приятно, что у нас появились знающие коллекционеры. Сегодня мы присутствуем при демонстрации одной из первых, наверное, коллекций русских карт, потому что все время это было просто невозможно. Но я сейчас хочу сказать нет от коллекционеров. Думаю, что в ближайшее время, наверное, у нас не появится массовое коллекционирование старых карт. И я вот как профессионал истории картографии не очень-то этого и хотел бы, потому что старые карты прежде всего должны храниться в архивах, в библиотеках. И вот во всех крупнейших библиотеках мира отделы картографии – это настоящие научно-исследовательские центры, с которых вышло подавляющее большинство самых блистательных историков картографии. Вот очень приятно, что отдел картографии и картографических изданий, как оно теперь называется, Российской государственной библиотеки, превратился вот в такой очень серьезный научно-исследовательский центр во главе с Людмилой Николаевной Зинчук, которая сама очень-очень глубокий знаток старых карт и такой, я бы даже сказал, одержимый исследователь. Вот то, что мы сейчас присутствуем на такой презентации, это очень важно. И напоминает мне, ну, может быть, более роскошные, более объемные презентации в Британском музее. Там отдел картографических изданий, когда устраивали такие презентации, то билеты по интернету заказывали миллионы жителей, но которых, конечно, принять, хотя и громадное новое здание Британской библиотеки, но не может быть. Вот мне хочется, чтобы у нас вот эта традиция презентации картографических коллекций, в данном случае это уникальная совершенно картографическая коллекция, посвященная Арктике, превратилась, ну, в некое такое действие периодическое. И чтобы это были не только презентации, но затем, как это обычно и бывает в таких картографических центрах, была бы пусть небольшая, но конференция с докладами о некоторых из наиболее интересных карт. Вот вы говорили о находках, вот, может, даже кто-то сейчас возьмет и найдет что-то здесь. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь в этом, но видеть для себя новое, подавляющее множество здесь присутствующих, безусловно, сможет. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, я, с вашего позволения, сейчас все-таки зачитаю список, достаточно обширный, всех тех людей, непосредственно делал эту выставку. Итак, участники выставки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, коллекционер Андрей Леонидович Кусакин, компания «Морнинг». Выставка, как вы помните, проходит в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Мы благодарим Ларису Геннадьевну Жилькову, старшего вице-президента и руководителя кадровой социальной политики и связи с общественностью компании «Норники», ее коллег Андрея Юрьевича Кирпичникова, Занду Ачирову Буслову, Юлию Зорову-Лукандов, которые помогали нам в этом проекте. Мы, естественно, благодарим людей, которые провели огромную работу, я имею в виду нашу кураторскую группу,
Это Людмила Николаевна Зинчук и Людмила Константиновна Кирюшевская. Я думаю, что большая часть успеха, на который я надеюсь в нашей выставке, зависит от работы дизайнера Эрика Белоусова, поскольку картографические выставки – вещь в нашей стране нечастая. Здесь нужно было решить множество творческих вопросов. Безусловно, ничего не было сделано бы без координатора проекта Анастасии Сергеевны Перевезенцевой. Я благодарю редактора Евгению Юрьевну Пайсон, которая нам помогла с текстами. Я благодарю коллег из отдела картографии. Это Людмила Всеволодовна Шулька, Артем Николаевич Журавлев. Это отдел картографии РНБ, Светлана Васильевна Свириденко. Я благодарю коллег из отдела редких книг Российской государственной библиотеки, Джамилю Нуровну Рамазанову и Елену Владимировну Степанову. Я благодарю наш отдел рукописи в лице Виктора Федоровича Молчанова, Евгении Эдуардовны Вишневской, Анны Евгеньевны Родионовой, Дмитрия Александровича Чудинова. Я благодарю отдел изобразительных изданий библиотеки Любовь Витальевну Родионову и Анну Николаевну Савельеву. Я благодарю главного хранителя фондов, заведующего отделом основных фондов библиотеки Марину Владимировну Чесных. В отделе выставочных деятельности над этой выставкой работали Наталья Станиславовна Шаповалова, Елена Федоровна Волкова, Ярослав Сергеевич Еремин, Антон Игоревич Софиулин, Антон Владимирович Павлов. Я благодарю наших коллег из редакции сайтов Светлану Викторовну Хвостову, Анну Алексеевну Титову, Марину Петровну Колосову. Я благодарю ГНИФУС Анан Аглы Гулиева, это управление информационных ресурсов сканирования. Благодарю Александра Алексеевича Метлейкина, который помог нам быстро организовать историю, связанную с нашей сувенирной продукцией. И не забывайте, что у нас здесь есть сувенирный киоск, где уже стоят сувениры по нашей выставке. Я благодарю людей, которые помогали нам уже как партнеры в работе над экспозицией. Строительно-монтажные работы, изготовление оборудования индивидуального предпринимателя Максима Дьяченко и ИОО «Лабион», которая помогает нам все время с музейным освещением. Большое спасибо всем, кто работал над этой выставкой. Я надеюсь, что вы получите удовольствие и вас заинтересуют те карты, которые мы так полюбили, готовя эту выставку. Спасибо огромное.